У тебя что-то случилось? Входи! Как вы сюда попали? Наконец-то кто-то пришел. Кто это кричит? Андрей! Никто не кричит! Это же наше фото! Мы тут спим! За фото людей в этом доме готов дать 20 тысяч. Продала нас, значит. Главное не трусить и все на него напасть. Ребята, не бейте. Ты куда Андрюху дел? Это не я. Ребят, Мирослава уходит из комнаты. Девочка, не надо этого делать! Андрей? Андрей? Максим! Что произошло? Где Максим? Максим! Нам не выбраться отсюда. Призраки заберут нас всех. А ты не видела девочку лет 10? Нет, только парень и девушка шли. Помогите! Помогите! Есть! Пойдем в дом посмотрим. А, я тут! Ну и вонище. Стой здесь. Можно жить вообще? Здесь есть кто? И здесь тоже никого нет. Здесь никого нет. Как никого? Нет детей. Где можно еще посмотреть? Можно в старой котельной. Пошли. Олеся, у тебя же есть мобила, давай звонить родителям. И в полицию. До связи нет. Как Максим мог пропасть и где он? Рассказывай все быстро. Ко мне во сне или не во сне пришла женщина, старуха. И сказал, что я должен этот дом за моих детей. А то я, моя младшая сестренка и родители... Какая, блин, старуха! Да я не знаю. Она схватила меня за руку. А когда я проснулся, синяк остался. Дурдом. Надо делать что-то, выбираться сестра. Отсюда. Тихо! Папа, мама. Где мы? Кто здесь? Они где-то здесь. Они как будто в параллельном мире. Они живы. Как освободить Форестер? Я думаю, что дело в истории этого дома. Я знаю. Тебя Лиза зовут. Мне кажется, мы с тобой похожи. Думаешь? Юля, а что с тобой случилось? Не хочу говорить. Родители за мной не досмотрели. Как не досмотрели? Я очень любила летом на речку бегать. Знаешь, покупаешься... Потом на солнышке греешься. И ты... Не говори! Молчи! В той квартире жила семья. Отец, мать и девочка Юля. Жили они не очень хорошо.
Родители часто ругались. Им было не до воспитания девочки. Такое сплошь и рядом. Юля вечно торчала у речки. Приходила затемно. А однажды она не пришла. И родители тоже куда-то исчезли. Как исчезли? Да вот так. Приехала полиция, дверь вскрыли. А там никого. А потом в доме начало происходить странное. Я был маленький, точно не помню. Но все говорили про какую-то нечистую силу. И ты, скотина, нас в этот дом затащил? Говорил же, ему угрожали. Вообще, помолчи. Вы во всем виноваты. Когда я пропала, родители чуть с ума не сошли от горя. Они винили себя в том, что случилось. Что было дальше, я не знаю. Но теперь они ходят, как тени, и забирают детей. Они стали призраками? Что-то вроде того. А ты? Что я? Ты можешь им сказать, чтобы они прекратили? А зачем? Я же теперь послушная девочка. Женя, успокойся, пожалуйста. Ты с ума сошла? Отстань от меня! Это все из-за них! Не бей меня! Не бей! Ты плохой человек. Мамочки! И ты плохой. Что ты наделала?